Проблиза, сезон третья серия. Ах, елки-палки, что же это такое? Мы не можем ждать тут долго. А это еще почему? А потому что кто-то должен сделать неважных дел. А зачем? Это же так круто. Зачем нас позвали на стол? Приготовьтесь, пирожки в духовке, скоро ужин. Это означает что? Предупреждает, что надо приготовиться. За нескольких минут мы можем все работать. Короче, я нашел что-то эту. Где ты это взял? Ну там у шкафчика у мистера Пакертона. А что у него там без дела валяется? Это живая вода. Сила добра побеждает зло. В давней легенде где-то позволяется чернильные демоны, которые обратились в демоны и начали крушить все живое. Но один волшебник выгнал демоны так, чтобы они не вернулись. Джон Дрю выкликал заклинание, и его вина вызвал всех. Но для нас оно не все же бродит. Значит, это можно пригодиться. Белка! Не бери это! Вдруг это яд? Тьфу-тьфу-тьфу! Напугал меня. Чия, так, теперь добавляем начиночку. Так, теперь добавляем, что это за звук? Это Ализа. Добавляем сахарный пудры. Все. Готово. Готовьтесь. Пирожки будут готовы. Ура! Вот он ваш обед. Серьезно, эти? Мы можем пить чай с этим. Точно! Хорошая идея. Где нам чай достать? Я принесу. Вот, чайник ваш. Как мы не будем пить без чашечек? Твою мать. Ну пусть так постоит. Боже. Ёб твою ж налево. Разбилась. Сейчас исправлю. Ведь можем. Позвольте мне. Ваш ты, да. Да ты просто волшебница. За, если что знать, Лаза, мое второе имя. Ох. Кто там? Добрый день, дамы и господа. Ждите турнир с этой Майской. Усритесь. Это он. Даша говорил про тебя. Это было правда.
Отлично, будем начать интервью с этой чесноковской кухни. Нет, это гостиная. Назначение знать, мы будем значить делать свое значение турнира, свое имя и законодательное значение. И сокрушение. Слышь ты, петушок ты, курицка, помолчи! Ну что же, как дела, розовая дамочка? Офигел, козел! Я Тайковский, Мирисико, Бекристе. Лишь дается для нас цветок красивый. Сивый. Из звезды. Я могу танцевать для вас. Искусственные танцы. Эй, слышь, танцы-то мои! Симпатичный дядечка. Как-то он невидимый, навесный. Ты тот, который ты из мастерской, из которой есть лихан. Тьфу ты, вали ты в задницу. Каэс ты, обидно, от тебя уже никто не знает. Все уже про тебя забыли, а ты уже появился? А что, может тебе печеньем угостить? Чтоб ты помолчал. Найн! Найн, не смотрись! А может, пирожки вы будете? Мы только что испекли. Я-я! Весь сны! Если что хочешь, вали! А мы тебя слышать не хочем! Ну, короче, мы уже пошли. У нас дело полно. Я-я! У нас день! Мы еще не пошли. Ой, да минутый он какой-то. Да, ты же говорил. Она не обидится, если он появится. Она да орет. Если я одна повешу ту курицу, то я так и думаю. Ну что ж. Ализа, тебе не удается это? Зелье. То, что нужно. Спасибо, ребятки. Теперь в путешествие. Продолжение следующей серии.